Оборону насельніцтва и обеспеченное функционование объектов жилево-коммунальной господарки сегодня обмерковали на коллегии МНС. Сёлета на объектах, которые обслуживают жилево-коммунальные службы, специалисты фиксируют рост колькости пожаров. С этой нагоды выратовальники провели совместный сход с усими зацікавленными службами, от которых залежит безопасность громадян. Об чем и шла размова, ведает Дмитрий Котов. Сход у таким формате проводится у Гомельской области упершиню. Подставой для этого стал рост колькости надзвичайных здарений у поравнании с минулым годом. Говорка идет про объекты, которые обслуживают жилево-коммунальные службы. На треть взросла колькость пожаров. На их загинуло людей удвоя больше, чем летось. Специалисты подкресливают, что жилево-коммунальная господарка – такий же орган профилактики, как и весь державный сектор. До того же, керовники ЖЭСов узначаливают наглядальные комиссии на местах. Миновито гэтые специалисты Листы повинны своечасово информовать МНС, милицию и иншие службы про особ, которые находятся у группы рызыки. Это не только те, кто пьет и курит у ложку, але и одинокие состарелые громадяне. Есть пожары у подвалах, пытания возникают и по техничным стане жилевого фонду. Все это потребует уваги. При этом у МНС подкресливают, что больше часто проводить рейды наглядальных комиссий сенсу нема. Треба повелишить выниковость этой работы. Пришли 5 человек, 7. Они должны сделать, ну, все от них зависящее, чтобы человек или не пил, или это пожилой гражданин. Вот у нас в Гобеле недавно пожар был, к сожалению, не попал в список, где мы должны ходить, ну, как бы, где должна посещать смотровая комиссия. То есть, ну, тут вопрос, кто не доработал. Если человеку пришли, сказали, что не пей, не кури, проинструктировали, то это уже, наверное, самоубийца. Правильно? Если исключили все технические аспекты, что он где-то может пострадать. Проведенный мониторинг выполнения организациями и предприятиями ЖКГ законодавства безопасности показал, что уровень супротьпожарной обороны объектов недостатковый, а местами и не сдовольняющим. Значная частка порушений организационные и не потребует материальных выдатков. Говорка идет про обмежевание доступа чужих у подвалы и на техничные поверхи, обеспечение выполнения режима заховывания горючих материалов. Работа у нас плотная, постоянно совместно решаются какие-то проблемы, которые возникают. Также проблемы, которые возникают в ходе эксплуатации, это какие-то аварийные ситуации, тоже совместно. Все вопросы отрабатываются, где-то МЧС делится с нами информацией, где-то мы оказываем свою помощь, то есть работаем плотно. По выниках посяджения принятые решения с уликом выказанных пропанов и заваг у всех затекавленных службов. Выполнение поставленных заданий узято на контроль. Евген Побаловец, Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».